Так, всем привет, любители ароматного табака. Сегодня расскажу вам о табаке Sunleaf Privat Stock Blend номер 5. Так вот у нас выглядит банка. Здоровые банки. Это вообще у нас производитель. На этот табак делает группа компании MacBaren. Значит, он славится своими здоровыми вот такими банками. Я не знаю, во всяком случае не видел я других банок. Вот, и табак у них, как правило, ароматизированный, но вот этот вот меня табак заинтересовал, потому что это латакевая смесь от этого производителя. Я пробовал соусированные смеси, ну, такие они достаточно, ну, в общем, как практически весь MacBaren, достаточно сильно приправлены и, в общем-то, ничего себе интересного не представляет. А этот табак, в общем-то, заявлен как не содержащий соусов и смесь Вирджинии, Латаки и Берли. Вот при этом табак у нас в баночке имеет ленточную нарезку. И он, ну, практически как все табаки MacBaren, очень красиво выглядит. То есть к внешнему виду табаков MacBaren придраться тяжело. Все у них очень красиво. Всегда исполнено, нарезка ровная. В общем-то, ну, есть палки, но не так их много. В банке табак тоже очень приятно пахнет. Друзья, чуть копченые нотки, костровые. Да, очень приятный аромат. Но при этом в нем, я не знаю, друзья, может это вот мое подсознание, но есть какой-то странный такой запах, чуть слегка ароматизированный, но очень далеко, но... Я просто несколько банок этого производителя скурил, у него есть такой характерный аромат, я не знаю, такого слегка анисового, очень сладкого анисового такого привкуса, причем он во многих смесях у них содержится, и в этой банке он тоже есть, но он очень далеко. Ну не знаю, друзья, не будем обвинять производителя в обмане, в общем, заявлено, что смесь не соусированная, латакивая, но попробуем, будем считать, что так оно и есть. Так, посмотрим, что у нас тут. Ну, очень вялое, друзья, начало. Для латаки вообще странное, потому что, ну, просто пустота. Начинает набирать, она потихонечку, перец включается. На удивление, первые тяжки вообще пустые, просто пустые. Да, небольшой орех. Ну, набирает, друзья, набирает смесь. Костровые нотки начинают включаться. Ну и вот все равно, друзья, есть. Не знаю, может, психосоматика, друзья, но есть в этом. В этой смеси вот этот вот очень далекий привкус аниса. Характерный для вот этих вот табаков Sunleaf. Так, интересно, друзья, славится, чуть легкая появляется. Ну, посмотрим, покурим, друзья. Я думаю, что длить ничего не будем, трубочки маленькая. В конце встретимся, я о своих ощущениях о табаке расскажу. Итак, друзья, докурим наш сегодняшний табачок. Что можно сказать о курении? Ну, в принципе, достаточно плавный, ровный табак, без особых скачков, без особого развития, смесь уравновесилась.
где-то в первой трети трубочки, и дальше как бы никакого движения особого не было в табаке. Табак курится с ароматом. Древесного угля, небольшого перца, приятного лесного ореха. После вкуса есть какие-то легкие примеси восточных специй. Друзья, тяжело понять, что за специи. Да, очень интересный аромат. Ну, наверное, все об этой смеси, друзья. Смесь без особого развития, без особых скачков, ровно, спокойно, курение. Спасибо за внимание, спасибо, что выслушали мое мнение до конца. До новых встреч!